Наш адрес: Первомайская, 128. Здесь находится отдел воинской славы Музея истории города Ишкар-Алы. И нас очень часто посещают люди разного возраста, начиная со школьного и заканчивая ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами боевых действий. И, конечно, нам бы хотелось, чтобы здесь был всегда порядок, чистота, поэтому все делается для того, чтобы это соблюсти. Но вся беда в том, что наш отдел находится в здании жилого дома, и жители этого дома, по-видимому, все-таки не до конца осознают, что находится здесь вот такой замечательный музей. Поскольку ежедневно, я хочу это подчеркнуть, не ежемесячно, не еженедельно, а ежедневно приходится собирать около стен нашего музея мусор, выброшенный из окон. Здесь не только бутылки, которые использованы, здесь чайные пакеты, простите меня, предметы интимных различных каких-то там, я не знаю, использованных вещей, которые выбрасываются вплоть до нижнего белья и всего остального прочего. Нужно действовать кардинально, потому что никакие уговоры, никакие увещевания на подобных людей не действуют.